Всем привет! Сегодня у нас простенький узор. И всем, кому интересно, оставайтесь вместе со мной. Также не забудьте подписаться на мой канал. Итак, начинаем. Довязали мы первый ряд. Переворачиваем. И вяжем второй лицевой ряд. Вяжем его лицевыми. С начала ряда и до конца полностью лицевыми. Третий изнаночный ряд. Вяжем целый ряд изнаночными петлями. Четвертый ряд вяжем лицевыми. Довязали мы до конца наш четвертый ряд. Переходим на изнаночный ряд и вяжем его следующим образом. Первую мы снимаем, нить у нас перед работой, вводим в петлю спицу, делаем 2 накида и провязываем как изнаночную. То есть мы должны были в этом ряду вязать просто изнаночную, но при этом мы еще делаем 2 накида. Вот так вот. И так мы повторяем до конца ряда. Провязали мы последнюю петлю, сделав 2 накида. И заканчиваем кромочной. Наш 5-й изнаночный ряд. Теперь у нас каждая петелька имеет 2 накида. Приступаем к вязанию 6-го ряда. И вязать мы его будем следующим образом. Снимаем первую кромочную и снимаем 6 петель, а точнее распускаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Они вот такие у нас длинные получились. А первый элемент у меня идет с наклоном влево, поэтому первый вяжем с наклоном влево следующим образом. В 3 первые петельки я ввожу левую спицу и как бы делаю протяжку, протягивая сквозь эти 3 петли, те, которые лежат у нас на правой спице. Вот так вот протянули. Вот они у нас. И все это вернули на левую спицу. И теперь провязываем как 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так у нас получился элемент с наклоном влево. Теперь делаем второй элемент с наклоном вправо. Это у нас сейчас половина рапорта. В рапорте у нас 2 вот эти элемента. Распускаем следующие 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перемещаем их на левую спицу. Так, вот наши 6 петель. Вот они, в 3 последние вводим правую спицу и протягиваем вот так вот. Теперь придерживаем, чтобы первые 3 не смешивались с последними 3 петлями, и провязываем сначала первые 3 петельки лицевыми, а потом последние 3 петельки. Вот так вот у нас получаются элементы. Дальше мы повторяем.
Такой вот у нас получается шестой наш ряд, и это последний ряд раппорта. Далее мы начинаем вязать с первого ряда.